Итак, всем привет, ули, с вами я, Пиксель Настян, и сегодня, ребят, я вам покажу самый лучший сервер для Майнкрафта ПА, а также Windows 10 Edition. Вот, этот сервер называется HypeGo, кстати, мы здесь снимали сериалы, но я решила еще раз вам показать, как сюда зайти, как тут играть, а еще, ребята, я потом расскажу, в чем именно уникален этот сервер, почему вы должны играть именно здесь, а не на другом сервере. Итак, вот мы зашли на сайт, ссылочку я оставляю в описании, вот тут айпишечка, сначала мы должны вас скачать, листаем вниз, и вот тут мы видим скачать на Android, скачиваем. И вот мы уже в Майнкрафте. Итак, ребят, для того, чтобы изменить свой никнейм, нажимаем настройки, потом профиль и пишите вот сюда свой ник. Далее можно изменить здесь видео, например, масштаб интерфейса я поставила средний. Также здесь можно выбирать от первого лица, как, в принципе, вам удобно играть. Поле зрения, конечно, тоже выбираете. Вот, в принципе, все настройки полазите, музычку можете убрать. Все. Далее, тоже очень важный момент, это ваш скин, потому что играть без скина, ну, это неуважение какое-то. Давайте мы выберем скин, вот вы нажимаете сюда и выбираете новый скин, как который вам подойдет. Далее, мы нажимаем «Играть», «Друзья», нажимаем вот сюда и пишем сюда имя сервера, например, «Крутой серф». Это, в принципе, не важно, что вы здесь напишете, это чисто для вас. Адрес сервера пишем сюда «Ху», ой, вот так вот, «Хайп», «Го», «Точка», «Ру». Все. И сюда мы пишем айпишечку, на которой будем играть. Я буду играть вот с такой айпишкой. Сохранить и играть. Ну, в общем, все. Потом мы нажимаем сюда, заходим на сервер. Ребята, вот мы с ежиком зашли на сервер. Кстати, поздоровайся. Всем привет. Да, это же, это Кирилл, Аками Киви, но он решил стать пиксельным ежиком. Вот, ребят, вы зашли на сервер, и почему-то вы не можете ходить, потому что вам нужно написать в чат пароль. Пишите пароль, без слэша, без всего, потом повторяйте его, и все, вы на сервере. Ребята, давайте посмотрим, что же мы будем делать дальше. Но прежде чем мы начнем играть, мы сначала напишем читерские команды в чат. Такие команды, как пиши слэш. Так, это у нас free. Так, free. Сначала просто напишем free. Так, вы выиграли креатив. Так, теперь у нас есть креатив. Давайте проверим. GM1. Все, ребят, посмотрите, мы можем летать вообще на изи. Давайте зайдем GM0. Ты что выбил? Я выбил креативку. О, тоже креативку, отлично. Так, хорошо, давай теперь пишем slash free. Ой, опять почему-то R пишу. Так, free. FreeDC выбираем. Я выбила консоль или... А, нет, я походу не... Модератора выбил. Модератора? А я не вижу. А, флай! Ну, у меня же уже был креатив. Выпадет премиум, шанс 80. Стоп, а у меня что-то... А, я премиум выбил. Ты тоже премиум выбил? Да. О, нифига себе, крутяк. Так, ладно, давай посмотрим, что здесь еще есть. Так, смотри, здесь, короче, каждые 15 минут дает бесплатный донат-кейс. Ага, то есть мы потом еще можем прописать FreeDC через 15 минут, и у нас еще, возможно, что-то мы выбьем. А, я еще и модераторку выбила, капец. Круто. Так, теперь админ. Да, кстати, мне еще говорили то, что здесь очень низкие цены на другие донаты, какие-то привилегии, нет обмана на команды, вот это вот реально круто, это не везде есть. А еще мне говорили то, что скоро здесь будет Bed Wars, представляешь? Круто, это мой самый любимый режим. Нет, ну это мой самый нелюбимый режим, но тем не менее, ребят, мне кажется то, что для сервера с телефона Bed Wars это реально круто. Я никогда не играл в мини-игры с телефона, надо будет попробовать, как они сделают, возможно, они уже сделали. Вот, и, кстати, мне еще говорили, то, что здесь есть какая-то золотая лихорадка. Бесплатно, смотри, донат кейс какой-то есть. Так, ну-ка, я начала открывать кейс. 3, 2, 1. Я выиграла випку. Ну, у меня уже есть випка, наверное. Или нет? Наверное, такой у меня привилегии еще не было. Так, а что здесь еще? Так, ага, нам нужно с тобой найти эту золотую лихорадку. Смотри, здесь еще есть АФК-арена. Смотри, тебе нужно просто здесь стоять вот так вот АФК. Каждый час рандомному игроку дарим случайный донат. Тоже прикольно. Так, ладно, смотри, вот здесь есть какая-то работа. Устроиться. А, здесь еще и работа есть, нифига себе, прикольно. Блин,
Я не знала, что на Майнкрафт-телефоне можно вот, ну, вот такие вот работы всякие, какие-то тоже мини-игры добавлять. Я думала, то, что здесь просто можно в обычном мире бегать. Короче, ребята, мы наконец-то нашли эту золотую лихорадку. Она прям около спавна, вот-вот, видите? Но прежде чем мы зайдем, нам еще подсказал администратор сервера, то, что здесь есть еще одна команда, слэш, opcam, пишем. И вы выиграли креатив. Ну, у меня уже был креатив, в принципе. Ну, ладно. Я тоже выиграл креатив. Так, смотрите. Ребят, у них в честь конца лета сейчас проходит ивент. Вот, называется он как раз-таки «Золотая лихорадка». В общем, мы должны там будем ломать блоки, чтобы получить крупный донат. Вот. А еще есть какой-то очень самый крупный донат, который можно получить. Это привилегия поддержки. Вот. Поэтому давайте, в принципе, попробуем. Залетаем сюда. Так. И что, и что делать? Золотая лихорадка, узнать подробно. А, первая миссия, сломать 50 блоков камня руды. А, это миссии нам дают. Смотри, пойдем. Нам нужно... А как у тебя... А мне кирку? Это... Просто слэш-кит. Все, я получил стартовый набор. А где можно ломать? Здесь можно ломать? Ну, я думаю, нам нужно выйти в режим выживания. Я в выживании. А, ты имеешь в виду уйти отсюда? Ну, пойдем. Да, пойдем сюда, только не знаю, здесь, наверное, все запривачено. Так, все, ребят, мы нашли территорию, где можно добывать ресурсы. Вот здесь мы можем ломать блоки, поэтому вот так вот я. О, все, я нашла камень. Так. Пойду рядышком буду копать. Стоп, а у меня. А, все, прогресс проходит. Все, я вообще бешено лагаю. Бешено копаю. Так, отлично. Ты где-то здесь рядом, да? Да, подалеку. Так. Запомни, первое правило Майнкрафта. Давай кто быстрее, давай кто быстрее. Давай. Давай, у меня уже 56, 58. Так, 60... 40. О, ну понятно, короче, ты не успеешь. Ой, я упал. О, куда? А ты что, под себя шапку копал? Нет. А у меня блоки восстанавливаются. Ну, раз ты упал, значит, ты, наверное... Да, копался и шахту нашел. А, все, я выполнил, кажется. В лобби? Так, пишешь... Нет, здесь нет. Может, спавн? Да, спавн. Все, пишем спавн. И теперь нам нужно подтвердить миссию. Так, подходим вот сюда. И... Да. Все. Дали 15 тысяч долларов. А погоди, у меня нет. Как мне подтвердить миссию? А, все, мне дали 15 тысяч долларов. И нам теперь... 5 тысяч. Нет. А, да-да-да, 5 тысяч. И следующая миссия 150 блоков. Блин, ну это реально прикольно. Так можно выполнять в миссии и зарабатывать деньги. Ну что ж, ребят, вот, заходите к нам на сервер. Сейчас мы будем с Кириллом пвпхаться. Кто из нас проиграет, будет выполнять жесткую желанку, которую, ребят, напишут в комментариях. Как тебе такое? Хорошо. Кстати, ребят, здесь также очень большой онлайн, так что вы всегда найдете здесь с кем поиграть и познакомиться. Так, мы заходим, получается, вот сюда. Да? Да. Ага, вау, смотри, какая лава красивая. Нифига, прикольно. Настоящий. Так, а стой, а что я не могу двигаться? А, я попала в эту штуку, я в паутине. Все, погнали. Ой, ты в паутине. Ой, ко мне пришел какой-то хаймот. Надо быстрее бежать, а то он меня убьет. А, все. Или приходи сюда, сейчас мы его замочим. Приходи сюда, давай. Куда он исчез? Засал, понятно. Раз, два, три. Все, погнали. Так, и мы начинаем с Кириллом драться. У нас жесткий поединок. Так, нужно его в лаву его скинуть. Надо меня в лаву. Надо в лаву тебя скинуть. Так, еще немножко. Так. Ес, я скинула в лаву. Блин. Все, у меня все твои ресурсы. Настян, победительница, если хотите со мной сыграть PvP, то заходите на сервер. Ты весь красный и ползаешь. Можно скрин? Ты потом на видосе увидишь. Так, ладно, ребят, короче, мы решили с Кириллом устроиться на работу, потому что мы с ним безработные бездельники. Вот, давай выберем, смотри, уборщик, покинуть работу, лесоруб и шахтер. Тебе что больше нравится? Не знаю. Давай шахтер. Давай. Давай, так, вы успешно устроились на работу, вы должны добивать камни и руду, у вас уже есть работа, уволиться. Короче, ребят, я с больным Кириллом прилетела на какое-то место, и сейчас мы здесь будем с ним копать блоки. Mm-hmm. Так, копаю под себя, вообще пофиг, я опасная. Лично. Так, все, я начала копать. О, мне сразу дают по 20 баксов, короче, за один камешек, прикинь. Мне тоже. Блин, ребят, ну это реально выгодно. А, еще мы выполняем с тобой задание. Да.
То есть мы с тобой вообще сейчас так вот это обогатеем. Угу. Блин, вообще крутяк. Ребята, смотрите, кого мы здесь встретили. Это же телепузик. Ой. Давай его закопаем. Давай, это он бьет меня. Вот именно. Не может выбраться. Все, пока телепузик. Сейчас. Ой, и Кирилл тоже закрыла. Все. Коварная Настян план выполнила. Ну, в общем-то, все, ребят. Вы сами видите то, что это реально прикольный сервер. Здесь есть чем заняться. Не просто обычное выживание. Здесь и работы есть, и другие мини-игры. А еще скоро Bed Wars будет. Вот, ребят, Bed Wars выйдет, и обязательно я должна здесь поиграть. Ну, мне просто реально интересно, как это играть с телефона. Ну, то есть Minecraft P. Но я, на самом деле, снимаю с Minecraft Windows 10 Edition, как вы видите. Вот. Но с телефона сюда тоже можно зайти. Здесь играет реально много человек. Вы можете сюда все зайти, познакомиться с кем-то. Ой, я куда-то упала. Вот. Ну, ребят, вы обязательно должны поставить лайк на это видео, потому что, ну, видите, как Кирилл плохо. Вот, если вы наберете 1000 лайков, то, я думаю, Кирилл станет обязательно лучше. Да-да-да. Да. Ну все, всем спасибо за просмотр. Скачивайте, ссылочки все есть в описании. Всем удачи, всем пока. Всем поки. Увидимся на хайп. Го!